Делать это нормальным стилем, как
Если бы я потом был с самым словом бабчей, а вот я
продукт в конце концов как-то вышел куда-то в продакшн.
что есть некоторый смысл, текст в этом. Вы понимаете, не все из вас это поймут, но те, кто из вас поймут, могут приходить к нам на собеседование. Мы вас расскажем. Я слышал, а можно вопрос? Я слышал, там делают капельницы с кофе, ну, с какао. А, да, все, это, что правда, происходит в Apple, остается. Это не капельница, это клизма. Есть несколько таких критериев, которые мы отбираем кандидатов. И на самом деле, почему на здесь для привлечения внимания никак не связано с тем, что происходит в последнее время в популярных положениях. Соответственно, как минимум, самый важный критерий – это все-таки 10 лет работы с Apple. Понимаете, сотрудники Apple, особенно программисты, они серьезные ребята, они не могут просто так идти на какой-нибудь язык, там, ушить все, к примеру. Это не канает. Нужно обязательно 10 лет работать с Apple. Таким образом, мы придумали свои. Дальнейшие другие пункты, ну, они так важны на самом деле. То есть там пункт не сдал смор, означает просто, что мы строим летающую тарелку. И поэтому нужно быть готовым к тому, что в один прекрасный момент мы покинем. Молодые, динамичные и самопроводящиеся. Я не знаю, кто это. Да, вы все знаете, более на самом деле, но никто не знает, что еще до того, как все эти переходники увидели свет, после того, как они вышли на рынок, и появление нового рынка на самом деле, оно не было первоначально. Сначала появились переходники. Ha ha ha.
Я знал. I feel so wrong.